тридцать, 30, 31. что это какая попытка? Уже 8, 9, 10. Привет, это Александр Ваш, автор этого канала. Он мог не знать, как я выгляжу, выгляжу я вот так. Ну, большая часть из вас, кто следит за каналом, давно знает, как я выгляжу. Это мои ответы на ваши вопросы. В конце каждого года я делаю роль, посты у себя в в телеграм-канале, ВКонтакте и на YouTube в комьюнити пишу, типа, задавать ваш вопрос. И как говорит Павел Городницкий, ваши замечательные вопросы, мои барахлянские ответы. Сегодня отвечу на все ваши вопросы. Но первый вопрос судьба канала, мое отношение к э, ситуации на Украине. Ну, слушайте, все уже в, в, высказались. Я вряд ли что-то добавлю новое из очевидного. То, что, наверное, надо проговорить, что война это плохо, спецоперация это отвратительно. Каким бы словом вы это ни назвали, вещи, где люди используют орудие убийства для того, чтобы они, ну, оружие вообще используют оружие. для... для анти, я милитарист максимально. То есть я против вообще любого использования любых предметов, для, которые созданы для уничтожения ну, человека. То есть один человек создал для убийства другого человека что-либо. И они это используют. Я против этого и всегда выступал за отмену вообще любого оружия летального. Уж точно. Поэтому для меня эта ситуация очень тяжелая. Плюс у нас у всех есть друзья, родственники. Вы на Украине выберите сами вашу позицию здесь. За них я за всех переживаю. Со всеми друзьями я списываюсь, стараюсь списываться каждый день, спрашивать, как у них дела, подбадривать их. Конечно, слышать, как воют сирены. блять, это отвратительно. Я не знаю, как это... Рассказать, потому что когда ты разговариваешь с человеком. Конечно, некоторые мои друзья уже э, дошли до того, что у меня подруга, например, шутит, что типа. Ну, мне что, типа, красится или не красится, иду я в бомбу бежишь или нет. И мы пытаемся поддерживать друг друга хоть как-то, потому, потому что это важно. Друзья не должны быть в беде, и я никому это не желаю. Поэтому, я надеюсь, скоро мы выберемся из этой ситуации, и это скоро все закончится. Всю остальную позицию я свою не высказываю, потому что, во-первых, мне запрещено потому что на работе у меня подписано НДА. Про это я могу рассказать, представляете? Но не могу рассказать, в чем именно моя позиция. Вся моя позиция высказывается на улице и в моей работе. Все, что я могу сказать. Ну и еще плюс правила моей жизни, которого я поддерживаюсь. Должно ли это быть сказано? Должно ли быть сказано сейчас? Должно ли это быть сказано сейчас мной? Потому что сейчас люди наговорили многого. Очень много и, и в хороших вещей сказано, и очень много плохих вещей сказано. Я несу ответственность. Я приглашаю сюда людей. И я не хочу, чтобы им, допустим, за мою какую-либо позицию предъявляли, и, возможно, им могли бы прилететь. Это отвратительно, и меня это беспокоит. Потому что я не хочу, чтобы гость, приходя ко мне, думал о том, что типа из-за того, что он ко мне пришел в гости, и мы с ним поговорили в интервью. Для меня это важно. Простите, но это важно. И как бы я зову гостей сюда, они знают, что типа здесь будет милый клевый разговор. Мы поговорим о музыке, поговорим о философии, мы по подискутируем немножечко, и разойдемся. У них они получат клевое интервью, я получу клевого гостя, и все будут довольны. Возможно, из этого всего удастся хорошая беседа, и вам всем будет интересно. Я, ну, то есть я надеюсь, вы меня поймете. Ну, значит, мне не хочется проговорить очевидные вещи. Война плохо, убийство людей плохо. Как с этим жить дальше? Я не знаю. Все, что я могу дать вам совет, один, не поссорьтесь с людьми вокруг вас сейчас, потому что это все, что у вас есть, ну, ваша семья, ваши близкие, это все, что останется с вами, и интернет все помнит, как говорят. Так что не наследите. И мне в этом плане больше нравится подход далай Ламы, который говорит, какое бы, свое, какое бы влияние после себя вы хотели бы оставить в мире, никакое, чего я вам всем желаю. Потому что мне кажется, человечество настолько эгоистично в своей цели. Прославиться и запомниться, и сойти с ума, что это, наверное, единственный шанс. Может это звучит нелогично, в целом, того, что я на своем именном канале продвигаю свой личный бренд, и как бы делаю свое маленькое медиа на ютубчике. А что ждет дальше канал? Слушай, если YouTube заблокирует, то увидимся в Дзене, на Рутюбе, Пертюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Подписывайтесь, если хотите. Я не знаю, я уже даже задумался об Бусте. Пока мы думаем и обсуждаем, что дальше нас ждет. Я не знаю, ребята. Я просто хочу вас развлекать. И чтобы вам было интересно послушать ваших героев детства, поговорить с ними о музыке, о жизни, о вселенной и вообще. Они а вот об этом всем разговаривают. Мне совершенно не хочется. Мне не хочется делать интервью. Вон Екатерина Гордеева делает отличное интервью. Но я не готов на эту тему разговаривать. У меня нет ни сил, ни желаний. Не потому что я боюсь, а типа потому что я понимаю, к чему это придет. Возможно, мы можем услышать те вещи, которые нас разочаруют в наших э -э в наших кумирах, в наших музыкантах, чью музыку мы слушали. А кто хочет разочароваться в своих кумирах? Я не хочу в них разочаровываться, я хочу, чтобы они делали классную музыку и радовали нас, потому что музыка это единственное, что сейчас меня спасает. Э -э потому что запрошу за прослушивание музыки. И моей политической деятельностью и моей активной деятельностью, когда я был активистом. Все это прошло в моей юности. Не знаю. Я благодарен музыкантам за то, что они дали нам музыку. И они в самые сложные моменты, которые вот были у меня в жизни. Поэтому мой проект это возможность сказать им спасибо. Ну и благодаря вам. Без вас, слушайте, без вас, я реально хочу вам всем сказать большое спасибо. Всем, кто донатит, всем, кто пишет комментарии, всем, кто подписывается на канал. Всем, кто участвует в возможности, чтобы этот проект существовал, я хочу сказать вам всем огромное спасибо. Без вас вообще бы ничего из этого не было. Я бы так далеко сейчас, как вот сейчас забрался, и те интервью, которые сейчас вас ждут, которые скоро выйдут, и которые некоторые из них на утверждении, ох, блядь, вы так охуеете и от некоторых гостей. Да, они некоторые записаны, я вас... Правда говорю, они записаны до 24 февраля. И они вас удивят. Они очень крутые и суперинтересные. Ну, для меня, по крайней мере, потому что я в них участвовал. Некоторые из них супер провалены лично, по моему ощущению. И это возможность пообщаться с легендами и возможность что-то узнать. И я рад, что я на самом деле, вот сейчас, конкретно сейчас, в данный момент, вам всем завидую, потому что вы все эти интервью увидите. И вы очень надеюсь. Надеюсь, у вас просто будет время на это. И что у вас будет интерес к ним, что вы не пропустите эти хорошие интервью. А теперь ответ на ваши вопросы. Здоровья тебе! Стандартный вопрос. Когда начнешь музыкантов рэп-корд-сцены интервьюировать? Ну, уже подвижки есть, начинаем договариваться. Так что скоро будут. Просто это не самый мой любимый жанр, не самый мне интересный жанр. Ну, то есть он в моих интересах был всегда, но он как бы чуть подальше от некоторых других жанров. Поэтому они все будут. Просто в апреле, в мае, наверное, уже. Сделаешь вью с кости чаллых. Да, как только он начнет мне отвечать снова. Потому что я разговариваю с ним через друзей. Когда последний раз с ним разговаривал, у него родился ребенок. И у него была высокая занятость. И не было возможности. Но Костя здесь самый ожидаемый гость. Он, наверное, третий по запросам гостей. На втором месте, как вы знаете, Бурзик. На первом месте я вам не скажу, кто. Потому что этот... с этим гостем уже снято интервью. И вы его скоро увидите. И опять же вам завидую, что вы его увидите. Не завидую себе, потому что, скорее всего, порцию критики получу. Но ничего страшного. Будет весело. Там такие вопросы прям, ух. Там начинающий журналист, подросток такой, типа, а вот как вы считаете, а вот как вы думаете. Я просто, когда монтировал это интервью, я просто очень сильно смеялся прям над самим собой. Вот, ближайшее интервью вы все узнаете. Типа, вы могли видеть. В Инстаграме я уже некоторых спалил. Это экспедиция «Восход». Борис Болелов. Они с ними скоро все выйдут. Это из тех, что я могу анонсировать уже, потому что я их... Ну, уже они есть в Инстаграм. Но Инстаграм скоро закроют, так что вы не увидите новых гостей, которых я, возможно, спалю в Телеграм. Не знаю, короче, посмотрим. Хотелось бы видеть на канале таких музыкантов, как Сергей Маврин, Олег Изотов, Сергей Головин, Табачникова. Это крутая, кстати, идея. Я думаю, всех позвать. Но у меня с ними контактов нет, но сейчас я наснимал интервью всех вот этих больших рокеров. И если им вдруг будет интересно, и они захотят прийти, или они вообще вдруг видели мои интервью, то будет здорово, потому что хочется разговаривать со всеми по поводу всех арийцев. Там ведутся переговоры, короче, ребят, по поводу арийцев. Я пока ничего не могу сказать, потому что пока все подвисло, не знаю. Возможно, они будут. Пока не могу обещать и не хочу обещать. Потому что это все сложные переговоры. Но если вдруг кто-то из менеджмента Арии вдруг это увидит, знаете, я буду рад видеть гостями всех арийцев, которые когда-либо были и участвовали, потому что это классно. Не планируешь ли делать интервью с молодыми перспективными? А проблема этих интервью в том, что ты можешь открыть мой канал, увидеть, что там есть ремарк, есть группа Аэра, есть еще пару групп, и проблема с ними в том, что их никто не смотрит. Типа 500-200 просмотров, классно, здорово. Но типа вам надо быть корпубликой э, моего канала, чтобы. И я знаю, что есть люди, которые смотрят все мои интервью. И, бля, люди, вы день, и честь вам и хвала. Э, спасибо вам огромное. Но всем, как бы, смотреть на гости, которых никто не знает, к сожалению, не всем интересно. Поэтому я постараюсь найти баланс с молодыми перспективными и уже знаменитыми мастодонами титанами, так называемыми мной уже, э, гостями. Посмотрим, не знаю, я буду стараться делать и рассказывать обо всех музыкантах, чтобы, потом, чтобы вы понимали, что музыки в России много. И я надеюсь, что все эти группы доживут и переживут эти все вот трудные времена. И мы будем двигаться вперед. Видим ли мы на твоем канале еще ребята из мутных 90-х, к примеру, Джек Экшен, кого-то из Шваха и Перелепси Баут? Да. Дружище, из 90-х будет много друзей еще. Там и Дуби Джангл будут, и все-все-все. Ты никого не пропустишь, поверь мне. Там просто все зависает на, на моменте переговоров, плюс сейчас, как сам видишь. Некоторые люди не готовы разговаривать, потому что чисто физически, неиронично людям сложно разговаривать. А некоторые люди готовы разговаривать, но не готовы разговаривать на вот именно конкретно эти темы. Да и я сам не хочу про них спрашивать. Поэтому пока контент записан, есть. Некоторое время интервью будут выходить. И вот эта дырка потом... ну как, Сейчас вот я сколько там? Недели две не снимал интервью. Она заполнится. Ты так и не собрал полный состав э, вокалистов слота. Планируешь еще? Ну, осталась Ульяна, насколько я помню. Да, с ней договор. Как только она будет в Москве, по Zoom почему-то мы с ней отказались. И мы договорились, что как только она будет в Москве, мы с ней сделаем интервью. По-моему, такой договор у нас. Ну, как у меня идея выбить страйк по всем вокалистам эпидемии. Будет тоже идеально, мне кажется. С чего для тебя началась музыка? Самое забавное, что вот здесь недалеко, вот висит полка. Ну, вы не видите, но вот здесь справа, справа от меня висит полка. И здесь у мамы моей были кассеты. И в детстве стоял еще магнитофон, кассетник. Ну, точнее, лежал. Вот, и здесь было Четыре кассеты, которые мне нравились. Это были Еврохиты, э, Хиты прошлого, и две кассеты: Это Де и Ведзепполин. А вторая была Крис Айзек и Крис Ри. И вот эти четыре вот четыре кассеты, точнее, вот эти две кассеты, четыре исполнителя. Очень долго и очень много. Я их слушаю. То есть у меня играл Ди в альбом, где вот Smoke on the Water. старье играл какой-то. Крис Айзек и Крис Ри. И вот в, в этой музыке вот здесь, вот в этой квартире в 88-м году, когда мы сюда переехали, я у мамы взял вот кассетник и сидел вот на полу вот здесь же, вот в этой комнате и слушал музыку. Такие вот воспоминания у меня. Здесь этого кресла не было. Здесь был вот справа столик. Нет, здесь был... Нет, сейчас. Да, сначала здесь это все было. Был диван, вот там, ну там, за камерой. Был диван, здесь был журнальный столик на колесиках такой. На нем лежал Тряпка такая лежала, ну, как это, здесь журналы в этих отсеках стояли. Я вот брал магнитофон с этой полки, ставил, ставил, ну, клал его на стол, или ставил, я не знаю, как правильно, Ставил кассету, то есть нажимал, так она открывалась, вставлял, закрывал. Потом привезли магнитофон Sharp, который у меня был, такой, знаете, типа с эквалайзером. И, и я включал кассету и слушал музыку, блин, какие воспоминания странные. Кто по жизни? По жизни я журналист, я был фотокорреспондентом, потом поменял профессию и начал работать на авариях. Ну работал с чуваками из МЧС. Мы занимались автокатастрофами, доставали людей и плюс занимался страховкой. Сейчас я режиссер монтажа на одном канале. Что изменилось в твоем восприятии окружающего после такого количества чужих историй, мнений, суждений? Что нового подчеркнул для себя у гостей? Что изменилось? Хороший вопрос, кстати. Первое, что изменилось, что мир достаточно сложная штука. И что если достаточно сильно не унывать, то можно очень далеко продвинуться, и что человек, люди слабы и действуют на своих вот эмоциях и безумии. Чтобы быть музыкантом в России, это реально. Ты либо проф... суперпрофессионал, либо ты супер безумный энтузиаст то есть ты либо работяга, вот прям работяга такой прям сильно усердный прям, либо ты безумец, которому просто повезло выстрелить. То есть вот я понял, насколько важна удача и важно попасть в нужное время, в нужное место. В России музыка это не потому что вот созданы условия, а вопреки потому что люди не могут по-другому, потому что люди не могут не высказываться тоже же Возьмем, вот есть вот Ревякин Из как, Калинового моста Он же тоже, он говорит, я вечно беременный Он не может не писать музыку, он не может не выступать Как и тот же Из неба здесь человек Не может не переписывать мелодии Не может их не переделывать, не переиначивать Чтобы просто музыка существовала Потому что музыка в России Это возможность для людей Что-то сказать А еще это муз музыка ну, я не знаю, я всегда думал, что типа музыка, это би... ну, что музыка должна стать бизнесом в России. Но теперь я понимаю, что музыка это. Знаете, в Америке есть мечта. Вот американская мечта, да, вот это великая. А в России это музыка. Быть музыкантом это великая русская мечта, быть поэтом, высказываться. И хоть я, может быть, высокопарно сейчас говорю, но музыка в России это потому, что ты не можешь. Это вот реально ты после работы садишься в мини-вэн, едешь в тур. Наверное, я не отвечаю на вопрос, но мне кажется, что музыка в России – это... Вот то, что я понял из интервью, что вся музыка в России – это безумство храбрых мы поем. Вот реально. Высказывать мнение, идти против течения, говорить, что нет, ублюдки, вам нужна эта, вот эта музыка, вам кажется, она сложная и тяжелая, но вот мы будем ее играть. И она вот без поддержки, без всего будет существовать и будет оставлять следы на песке. Вот о чем, вот что я вынес для себя. Больше всего, что я подчеркнул, что талант это ерунда. 98% работы это главное. 2% это талант, а все остальное это работа. И я этим вдохновился, потому что мне кажется, что чем больше ты работаешь, и чем, ну, конечно, наверное, это иллюзорно, и в связи с того, что я говорил про удачу, что пока ты работаешь и въебываешь, у тебя все получится. Но даже если нет, ты, по крайней мере, прошел этот путь, и ты будешь знать, что ты попытался. Наверное, вот это я вынес. Наверное, так. Не знаю, эти интервью на меня очень сильно повлияли. Я очень рад, что со многими артистами я смог поговорить. И я больше про себя узнал. И про свое мироощущение наверное, так. Я не знаю. Мне кажется, каждый из вас, вот серьезно, напишите, что вы узнали из моих интервью о людях. Я больше вас хочу. У вас, вот, все, кто увидит это видео, все, кто решится высказаться, если у вас есть желание написать комментарий, ответьте на вопрос, что вы узнали из моих интервью и чему вы научились у гостей. Это гораздо важнее, чем мое мнение сейчас, мне кажется. Я вот своим мнением поделюсь, теперь поделитесь и вы своим мнением. Мне интересно ваше мнение узнать. Как насчет интервью с Гастелло? С удовольствием. Как только будет возможность. И, видел ли я интервью с папой Дани Светловой? Не хочу ли я взять у него интервью? Не знаю, я не думал об этом, честно. И, наверное, надо бы подумать об этом, но... Это надо Дани писать. А сейчас такое время, что... Хз, короче, как это делать? Посмотрим. Не знаю, я, правда, не думал об этом, но звучит как хорошая идея. Правда, взять интервью у отца Дани Светлова, это хоро, хорошая идея. И в финале я хочу сказать, что еще есть часть людей, которые работают на Украине, в Украине. Это военкоры, мои друзья, коллеги. Два моих товарища из Болгарии, два моих товарища из Франции, один мой товарищ из Англии, один мой товарищ из Белоруссии, 10 человек из России, два из Украины. Это военные корреспонденты. Журналисты, которые поехали делать свою работу, потому что не могут по-другому, они документируют все, все безумие, что там происходит, и работают специально для вас, чтобы вы получали новости. Я каждый раз с ними списываюсь, и каждый раз, когда они пропадают на 2-4 дня, и нет с ними связи, я беспокоюсь о них. Я желаю, чтобы все они вернулись домой целыми невредимыми, потому что о них только редакция вспомнит, государство о них не позаботится. И про них все забудут. Но это великие люди, которые делали то, что вы видели все эти фотографии, видео, отчеты. И в завершение я хочу сказать вам всем большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чем вас здесь больше, тем легче звать гостей и тем проще объяснять. Им монетизации на канале нет. Проекты так сам себя никогда не окупал, поэтому. Не знаю, что-нибудь придумал, будем действовать вперед. Как говорил Венедиктов, ко всем сложностям будем относиться как к прогнозу погоды. Есть и есть. Надеюсь, мы будем видеться с вами здесь на этой площадке. Но если нет, увидимся на в Дзене, Ручубе, где-то еще. Я заготовил уже эту возможность. Не хотелось бы, конечно, YouTube слишком удобное место и слишком тут с вами хорошо. Также я надеюсь, что у всех будет мирное небо и мы не будем друг другу в конце, когда все это завершится. Мы не будем друг друга ненавидеть еще сильнее, чем есть сейчас. А когда-нибудь мы сможем над этим даже посмеяться. Потому что я считаю, что смех позволяет победить все ужасы любого говна, которое с нами происходит. И, ну, когда ты начинаешь шутить над самой тяжелой проблемой, Это значит, ты идешь на выздоровление. По крайней мере, я на это надеюсь. С вами был Александр Вош.